для многих, на самом деле, даже любая виденная вещь, она немножко в какой-то степени там, шокирует. Люди смеются, веселятся, но они воспринимают это позитивно, весело, да, и на самом деле эротика, она должна, мне кажется, восприниматься с юмором. Она лучше идет с юмором, да, и легче понять и принять какие-то вещи, потому что частенько сознание наше может что-то по стереотипам, по ощущениям просто отвергнуть, сказать, что это пошло, это некрасиво, это разврат. Это будет вряд ли самая страшная проблема, которую мы боимся. Не, нам поэтому место. Не, ну они самое главное все сказали. Посетители тебе так много не будут говорить. Там, где работа, там не место без компании. Жизни. Надо посмотреть все остальное. Ну, мне кажется даже, что если такой музей открыт, может даже это и хорошо. Вот здесь все и собрано. Вот кто хочет, тот придет, посмотрит. Это является оскорблением нашей культурной традиции. Знаете, я не призываю православную общественность выходить на улицу. Здесь просто как-то неловко себя ощущаешь, когда ты чувствуешь себя сопричастным к городу Достоевского, когда ты видишь всю канву тонких переживаний и чувств этого преступника, да, который любит девушку. И тут же вот эти весь тот божественный талант, который есть у русских писателей, у русских художников, у художников всего мира, вот он растаптывается в грязь вместе с какими-то использованными презервативами этого так называемого музея.